5 апреля 43 года состоялся первый бой знаменитой французской эскадрильи «Нормандия». Летчики отличились в Курской битве, участвовали в освобождении Орла, Брянска, Смоленска, Белоруссии и Литвы. За успешные бои при форсировании реки Неман полку было присвоено почетное наименование «Неманский». Четверо пилотов удостоено высокого звания Героя Советского Союза. После тяжелых боев в ноябре 43 года полк был направлен в Тулу для пополнения. В память о боевых заслугах французских летчиков одна из улиц Тулы носит имя «Нормандия-Неман». До победы оставалось 765 дней.